Министерстве транспорта и коммуникаций сегодня состоялась церемония по случаю завершения проекта и передачи схемы автомобильного моста через реку Кюкарт на 564-м километре дороги Бишкек-Ош. Напомню, в июле в Сузакском районе через реку Кюкарт с участием президента был открыт мост. Протяженность дороги, пролегающей через этот мост, составляет более 570 километров, и она проходит через Джалабадскую, Чуйскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области. В течение 20 лет мост не ремонтировался. Старый мост был построен еще в 1969 году. В последнее время он находился в аварийном состоянии и не отвечал нормам безопасности. Поэтому на Гранд-Джайка завершен полный демонтаж старого моста и вместо него построен новый мост длиной 89 метров. Общая стоимость моста около 1 118 000 000 японских йен или почти 12 миллионов долларов. Министр транспорта и коммуникации Аргенбек Малабаев поблагодарил правительство Японии и рассказал об инфраструктурных проектах, реализуемых в Кыргызстане агентством «Джайка». «Джайка» вот как раз до октября месяца на грантовой основе 25 миллионов выделено. Ну, это, значит, поставка техники. Это, в частности, Джалабадская область, Орская область и также Таласская область. 355 единиц на 25 миллионов долларов. Уже мы технику, уже 4 асфальтобетонного завода уже получили с дробильными установками. И сейчас, вот, думаю, где-то до октября месяца полностью прибудет вся техника. Вот. Это грантовая помощь.